Всем доброго времени суток, и сегодня с вами мы обсудим такой вопрос, как если фиалка потеряла тургор. Что нужно? Тургор, что это такое? Это упругость листьев. Вот здесь у меня фиалка вялая. В чем может быть причина? Возможно, просто засушили вы ее, или же, как я, перелила, и корневая система фиалки просто погибла, сгнила, поэтому листья начали терять тургор. Что нужно в этой ситуации делать? Мы достаем нашу фиалку. Видите, даже доставать не пришлось. У нее просто отгнил вся корневая система. Я не уследила за поливом. И здесь просто перелилась. Но фиалку нашу можно спасти. Мы убираем все вот эти вот листья. Берем ножик, острый, лезвие, все что угодно. Обязательно дезинфицируем ее спиртом. И отрезаем до живой ткани. Все, видите, здесь у нас гнили, нет. Гнили стало здесь. Даже вот здесь вот уже гнили, нет. И теперь вот эту часть мы зачищаем, как морковку. Убираем пеньки, вот эти вот сухие места. Вот таким образом мы зачистили нашу фиалку. Здесь можно даже вот эти вот листики еще убрать. Бирочку, если она у вас есть, чтобы не потерять название сорта. Надеюсь, мое видео было полезно для вас. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте, ссылочку обязательно оставлю под видео. И до новых встреч!